Сильный кашель, больше 2 недель, упадок сил, беспричинная потеря веса. Если вы обнаружили эти симптомы, срочно идите к врачу. В Химках прокуратурой проведена проверка соблюдения закона о предупреждении и распространении туберкулеза. В городском округе Химки выявлен ребенок, чья мать уклонялась от лечения ребенка с признаками данного заболевания, тем самым подвергая жизнь и здоровье опасности как самого ребенка, так и обучающихся, которые ходят с ним в одну общеобразовательную организацию. По данному делу направили иск о принудительном обследовании ребенка. Нерадивую мать обязали назначить лечение. Прокуратура напоминает, каждый ребенок имеет право на своевременное оказание медицинской помощи. В случае нарушения этого права нужно сразу обратиться в соответствующие органы.